Всем привет, с вами StopGamer, и вы просто посмотрите на это. Рядом с моим никнеймом красуется звание Командор, а также кнопочка «Получить медаль». Это означает, что я уже могу забрать свою следующую медаль ветерана 2021. У меня уже есть серебряная медаль, сейчас давайте вам ее покажу. Вот, у меня уже есть 2021 серебряная медаль ветерана, вот она, показываю вам. И если я нажму кнопку «Забрать медаль», «Получить медаль», то я получаю уже золотую медаль. Как вы, наверное, помните, буквально вчера я выпускал видеоролик с обзором обновления. В стендоффе вчера вышло новогоднее обновление, и к моменту выхода, когда я записывал этот видеоролик, буквально вчера, у меня был 38 уровень аккаунта. А сегодня, буквально спустя один день, 25 декабря, у меня уже Командор. То есть, получается, я апнул за вчера 11, даже 12 уровней. Ребят, и я на самом деле, знаете, как это сделал? Я просто реально катал в один режим снежная заруба, потому что он просто имба. Там за одну катку дается 2000 опыта. И, ребят, сегодня ролики, прямо сейчас давайте я заберу эту медаль. Ну а далее я брошу сам себе вызов. Но прежде чем я заберу медаль, ребята, не забудьте проверить, подписаны на мой канал или же нет, и включили ли вы колокольчик от уведомления или же нет, потому что колокольчик позволяет вам следить за всеми основными событиями на канале. Ну и можете также прожимать лайки и писать комментарии минимум 4 слов, чтобы помочь мне с продвижением моих видео, потому что актив на моем канале сейчас крайне маленький. Помогите мне его восстановить. Ну что ж, ребята, давайте прямо сейчас я заберу эту медаль. Ну а далее я брошу сам себе вызов. Поехали. Получить медаль. Получаю золотую медаль. Господи, я реально, я об этом мечтал. Фух. Ну что же. Раз, два, три. О, да. Вот она. Вот она. Я даже, давайте сразу сделаю скриншот, чтобы было. Медаль ветеран 2021. Золотая, вот, она реально выглядит красиво. Я ее применяю, она уже у меня применилась. Ну и сейчас давайте, ребята, я брошу сам себе вызов. Сейчас у меня золотая медаль, то есть это уже получается третья из пяти медалей максимально возможных. Еще есть там впереди платина и, по-моему, последняя, как и называется, там я не помню. В общем, еще два левела медалей. И, ребят, я планирую, я бросаю себе вызов, что до выхода следующих медалей 2020, получается, второго года медаль ветерана, я планирую добить до конца, получить максимальную медаль этого года. То есть там, получается, платину или какая-то там самая конца называется, я уже реально не помню. Я бросаю себе вызов, что я смогу это сделать до выхода новой медали нового года. И я буду все это делать в режиме снежная заруба, потому что там за одну катку дается 2000 опыта. Я буду выпускать на моем канале видеоролики, в которых я буду отчитываться о том, что каждый день я буду проходить там уровень и так далее. Я посчитал, чтобы мне пройти вот за кратчайшие сроки до конца эти медали, мне потребуется каждый день проходить по 10 уровней. То есть, например, завтра и сегодня я набираю 10 левелов, завтра еще 10. Таким образом, чтобы получить до там платиновый уровень, мне нужно дойти 50 уровней, то есть 5 дней. Ну и дальше еще по второму кругу, так уже, чтобы дойти уже до последней медали. Всего мне нужно апнуть 100 уровней. И я посчитал, чтобы мне это сделать, мне необходимо играть в этот режим снежной зарубы без остановки 28, там, с половиной, по-моему, где-то часов. То есть где-то вот такие у меня расчеты, реально, они у меня точно 100% правильные. Ребят, я буду задротить, чтобы дойти до этого конца, получить максимально самую крутую медаль. Я честно не знаю, зачем это нужно, но я реально почему-то ошеломлен, хочу это сделать. Ребят, я на этом моменте это буду завершать этот видеоролик. Чтобы следить за всеми основными событиями на канале, прожимайте колокольчик. Не забывайте ставить лайк и писать комментарий, что вы об этом думаете. Но также можете написать в комментариях, какая у вас сейчас максимально доступная медаль у вас есть. Я искренне надеюсь, что разработчики не будут выпускать там через пару дней или уже выпустили к моменту выхода этого видеоролика патч-фикс, типа, с которого они урежут и получили опыт. Если они это сделают, то видеоролик, скорее всего, дальше я реально уже не смогу, потому что это реально уже будет тяжело апать, я не смогу этого сделать. Поэтому, ребят, чтобы опять же следить за всем, включайте колокольчик на все уведомления. Но это все, с вами был StopGamer. Всем удачи и увидимся уже совсем скоро. Всем пока. А еще также можете вступать в мой клуб Academy of War, мой клан. Тег на экране, подавайте заявки и давайте играть вместе. Всем удачи и всем пока.